В Японии съели осьминога-предсказателя. Гигантский моллюск прославился своими точными предсказаниями. Он предсказал победу японской сборной над Колумбией, ничью в матче с Сенегалом и поражение во время встречи с Польшей. В Японии съели осьминога по кличке Рабья, который правильно предсказал результаты японской сборной на чемпионате мира по футболу, сообщает South China Morning Post. Отмечается, что владелец гигантского моллюска по имени Кисуаба не стал дожидаться окончания ЧМ-2018 и убил, а после продал прорицателя на местном рынке уже после третьего матча. По словам АБ, он был рад, что осьминог угадал исход всех матчей группового этапа и надеется на появление второго Рабья, который будет помогать Японии в дальнейшем. Напомним, сборная Японии уступила команде Бельгии в матче 1-8 финала ЧМ-2018 и покинула турнир. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmikorrespondent.net по материалам сайта newsgro.com.